Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Забайкальский краевой суд приговорил 52-летнего предпринимателя Тиграна Варданяна и 33-летнего гражданина Армении Татула Акопяна к 15 и 14 годам колонии строгого режима за убийство кредитора, совершенное в 2011 году. Как установил суд, Варданян, заверив потерпевшего, проживающего за пределами Забайкальского края, что отдаст ему 500 тысяч рублей долга в случае его личного приезда в Читу, и предупредил, что сам не сможет его встретить, а попросит сделать это знакомого. Мужчину на вокзале встретил Акопян, который отвез его к себе домой в поселок Атаманов. Убил тремя ударами топора по голове и закопал труп на приусадебном участке. Долгое время потерпевший считался без вести пропавшим. Спустя почти 4 года Акопян явился с повинной, признавшись в убийстве и указав место захоронения. Сторона обвинения просила суд назначить подсудимым более строгое наказание. За последнее время в нашем городе расследован уже ряд заказных убийств. Ну и данное дело не стало исключением, также было раскрыто сотрудниками правоохранительных органов. Я полагаю, что суд учел все смягчающие вину обстоятельства, вынес абсолютно правильное решение по уголовному делу. Однако вопрос о соразмерности меры наказания будет проверен нами в апелляционные сроки и дано соответствующее заключение. Первоначально я ориентировал суд по назначению наказания Варданяну в виде 18 лет лишения свободы, а Акопяну в виде 16 лет лишения свободы, и также с отбыванием в колонии строгого режима. Оба также должны компенсировать моральный вред дочери погибшего. Варданян – 350 тысяч рублей, а Акопян – 250 тысяч рублей. Стоит отметить, что Тигран Варданян с решением суда не согласился и намерен обжаловать приговор. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.